Привет, заходите. Ого, откуда у тебя такая роза красивая? Сегодня же день влюбленных, ну, мальчик подарил. Ого, а кто? Секрет. Ну ладно, ну реально роза красивая. Спасибо. Подержи, пожалуйста. Класс. И пахнет вкусно. Да, реально. А тебе кто-то сегодня валентинки дарил? Никто. Пошли. Идем. Ну расскажи, кто тебе розы подарил? Нет, это мой секрет. Ну мне же интересно. Ну ничего страшного. Кстати, а ты кому-то дарила валентинки? Да, одноклассникам. Я тоже, но мне никто не подарил. Как? У тебя же столько подписчиков. Ну не знаю, так получилось. Интересно, что там Рома? Может он кому-то розу тоже подарил или в кого-то влюблен? Кстати, я сегодня читала комментарии, и про Рому там такое пишут. Что пишут? Ну, про Рому стали писать хорошие комментарии. Я думаю, у него столько поклонниц уже. Как ты думаешь, Рома нашел себе пару на день влюбленных? Рома? Ну, думаю, что нет. Слушай, а давай мы Рому с какой-то девочкой познакомим? А давай. Но с какой? У меня как раз есть 3 подружки. Они влюблены в Рому. А как мы Рому сразу с 3 познакомим? У меня есть идея. Какая? Потом узнаешь. Звони Роме. Угу. Только не говори, зачем мы его сюда зовем. Угу. Алло, привет, Ром. Приходи к нам. Нам просто с Соней скучно, мы здесь сидим. Ну и решили тебе позвонить, чтобы ты к нам пришел. Да. Все, давай, пока. Слушай, я вот представляю, если к нам Рома приходит, мы ему показываем девочек, а он скажет, что он не хочет ни с кем знакомиться. Мы же его подруги, мы как-то его уговорим, и вообще, мы для него стараемся. Ну да. Фух, самое главное его уговорить. Идем открывать. Да. Привет. Привет. Тут кого плывем? Это та собака... Да. А зачем ты ее сюда принес? Ну вы сказали, что вам скучно. Рома, ты понимаешь, что ты чужую собаку привез? Хозяева искать будут. Настя, чему ты удивляешься? Это Рома. Так, пойдем. Так, Рома, какой сегодня день? Среда. Ты что, не знаешь, сегодня день влюбленных. Рома, мы с Соней подумали и решили познакомить тебя с девочкой. У Сони есть 3 подружки, которые знают тебя и хотят с тобой познакомиться. Да. Не надо, нет. Ну, Рома, мы для тебя стараемся. Я не хочу, зачем мне знакомиться? Ну это же романтика. Это эти круто. Все милости, подарки. Ну это же круто. У меня нет подарков. Ладно, Рома, я даю тебе свою розу. А у меня дома есть конфеты. Подаришь девочке. Спасибо большое. Не за что. Идем. Вот, Рома, смотри, какая она красивая. Тут она даже тебе воздушный поцелуй шлет. Ну, тут она не получилась, тут тоже, ну... Короче, она скоро придет. Да. Классно. Она пришла. Рома, давай быстрее, быстрее. Иди, открывай. Давай. Соня, нам нужно спрятаться. Да. Идем за диван. Быстрее. Рома, я забыла тебе сказать. Быстро спрячь собаку. Она не любит собаку, у нее аллергия. Куда-то мы пошли, Рома. Роза, положи. Пошли. Давай, шарик сюда. Рома, блин, ну капец. Я сама. Все, уходи, давай, быстрее, ты тоже. Иди сюда. Бакси приходит, да? Иди сюда, мой хороший. Мальчик. Я быстро. А что мне говорить? Придумай, ты мальчик. Все, я побежала. Привет, Рома. Привет. Как дела? Хорошо. Это тебе. Спасибо. Ну что, пошли в комнату? Пошли. Меня зовут Рома. Я знаю. Я люблю в ку... Да, я знаю, ты любишь в ку поиграть.
А что ты любишь? Ну, я люблю, чтобы мне дарили мальчики подарки. А тебе розы понравились? Очень. Особенно такие, как ты мне подарил. А меня мама зовут. Ты уже говорил. Ты слышала, он два раза сказал, что его Рома зовут. А тебя как зовут? Ира. О, Лиза, такое хорошее имя. Я его так люблю. Вообще-то я сказала Ира. А Ира я больше люблю. Да. Очень хорошая Ира. Класс. Да. О, кстати, я тебе подарок приготовил. Подарки я люблю. Подожди, я сейчас принесу. Я в шоке. Рома вообще не джентльмен. Он вообще не умеет общаться с девочками. Да, мама, домой надо. Ну, ладно, хорошо. По ее голосу явно слышно, что она не в восторге. Рома, мне мама звонила, сказала домой идти. Ну, я пойду, пожалуй. Мне мама позвонила, прости. А я тебе пошла отмечу. Спасибо. Я пошла. Стой! Я пошла. Куда? Мне кажется, Елена ушла. Рома, что с тобой произошло? А где девочка? Она ушла. Что ты сделал? Что ты сделал с моей Розой? Ничего. А почему она ушла? Ей мама позвонила. Да что-то мне подсказывает, что ей не мама позвонила, а она сбежала просто. Угу. Не, она мне сама сказала, что ей мама позвонила. Не знаю. Да ты что, я вижу. Рома, мы тебя с девочками больше знакомить не будем. Ты нас взял и опозорил. Мы просто опозорились. Плюс ты еще сломал мою розу. И конфеты съел. Да.